Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем. И сегодня мы будем делать замечательный комплекс упражнений на жиросжигание. Я уверен, что вам понравится. Занимайтесь со мной ежедневно 15-20 минут в день, и отличный результат вам гарантирован. Итак, поехали! Всего мы будем делать 8 упражнений. Каждое упражнение делаем 45 секунд с перерывом 15 секунд. Повторяйте все упражнения вместе со мной. Первое упражнение делаем шаг в сторону, поднимаем руки наверх. Итак, поехали! Отлично, отталкиваемся носочком, делаем выдох, когда шагаем в сторону. Молодцы. Хорошо. Находим свой ритм. Очень важно выполнять упражнения полные 45 секунд. Так что найдите свой ритм и выполняем полные 45 секунд. Великолепно. Молодцы. Спинку держим ровненько, взгляд направлен впереди вас. Обязательно отталкиваемся носочком. Очень хорошо. Не забываем про выдох. Отлично. Великолепно. Осталось 3 секунды. 2. 1. Замечательно. Делаем перерыв 15 секунд. Следующее упражнение у нас будут приседания в широкой стойке. Носочки смотрят наружу под углом 45 градусов. И делаем присед. Напоминаю вам, что колени не выходят за носок. Также делаем выдох, когда выходим наверх. Отлично. Делаем все упражнения в своем ритме. Напоминаю, самое главное – выполнить полные 45 секунд. Отлично. Молодцы. Не забываем про выдох. Спинку держим ровненько. Великолепно. Очень хорошо. Молодцы. Давайте, давайте. Супер! Молодцы! Замечательно! Следующее. Делаем перерыв. Затем следующее упражнение у нас будет это. Поднимаем мышку наверх и дотрагиваемся локтем до противоположного колена. Меняем сторону поочередно. Так, отдыхаем. Поехали. Рука наверх. Дотрагиваемся до колена. Вторая рука наверх. И так идем 45 секунд. Молодцы. Обязательно делаем выдох, когда колено идет наверх. Очень хорошо. Отлично. Молодцы. Замечательно. Руку выпрямляем до конца. Хорошо. Отлично. Отдыхаем. Следующее упражнение у нас будут наклончики вперед. Дотрагиваемся руками до носочка. И выходим наверх. Главное, чтобы спина всегда оставалась ровной. Так. Начали. Колени могут сгибаться. Главное, держите спину как можно ровнее. Молодцы. Делаем выдох, когда выходим наверх. Великолепно. Молодцы. Давайте, давайте. Уже почти половина пути пройдена. Отлично. Отлично, вот мы закончили четвертое упражнение. Следующие 4 упражнения будем делать на полу. Первое упражнение – это обычные отжимания с колен. Напоминаю вам, что делаем выдох, когда уходим наверх, пяточки смотрят в потолок. Отлично. Также находим свой ритм. Делаем полные 45 секунд. Молодцы. Локти уходят назад под примерно под углом 45 градусов. Отлично. Взгляд должен быть направлен впереди вас.
Замечательно. Осталось 10 секунд. Давайте, давайте. Кому трудно уже делать отжимания, просто становимся в позицию упорливо же. И ждем, пока закончится время. Отлично. Делаем перерыв 15 секунд. Молодцы. Следующее упражнение. Становимся в позицию упорливо же. Делаем развороты корпуса. Кому трудно делать развороты корпуса, просто удерживаем позицию в упор лежа. 45 секунд. Отлично. Следующее упражнение. Взгляд должен быть направлен на большой палец верхней руки. И, конечно же, делаем выдох, когда разворачиваемся в сторону. Отлично. Спинку держим ровненько. Очень хорошо. Замечательно. Следующее упражнение. Становимся в такую позицию и будем поднимать пяточки наверх поочередно. При этом угол колена остается 90 градусов. Делаем выдох, когда нога идет на обед. Хорошо. Меняем ноги по очередности. Спинку держим ровненько. Молодцы, отлично. Замечательное упражнение для нижней части спины и, естественно, для ягодиц. Хорошо. Осталось 15 секунд. Делаем в своем ритме. Выполняем полные 45 секунд. Давайте, давайте. Супер. Следующее упражнение. Ложимся на спину. И будем делать упражнение водолаз. Очень важно. Постарайтесь выполнить полные 45 секунд. Я знаю, это непросто, но постарайтесь. Делаем в таком медленном ритме, чтобы вас хватило на 45 секунд. Отлично. Отрываем лопаточки от пола. Хорошо. Молодцы. Ноги должны быть абсолютно прямыми. И как будто плывем по морю. Супер. Отлично. Осталось 5 секунд. Давайте, давайте. 3, 2, 1. Великолепно. Вот мы и закончили этот замечательный комплекс на жиросжигание. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тренировка вместе со мной. Занимайтесь со мной 15-20 минут в день, и отличный результат вам гарантирован. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем All Fitness. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока! У меня на канале есть более 500 видео с различными упражнениями. Для того, чтобы найти интересующее вас видео, напишите в поиске YouTube такую комбинацию. Артем Фитнес и то, что вас интересует в данный момент. Thank you.